попробуем так. Дать инфу. Нормально, нет? Я уже почти подошел. Что со мной? Ретард пишет какой-то. Жесть, тут леса, конечно, лютая. Тут новые деревья добавили. Блин, мне далеко. Давай как-то сверху я, тогда. Я бегу тогда. Давай на 10 я могу подойти. На букву. И 10. Давай, давай. Все, какие-то ретарды становятся. О, с спальней бежит, с деревом отправится. Так, как вот, а вот. Нет, нет. Басранга. Ладно, давайте, короче, сейчас бежим, а потом это, потом почекаем, там поменяем настройки, попробуем. У меня небольшие трудности. Я вижу челика бегущего. Я сейчас после маяка вообще только. Который слева от РТ. Блин, дурацкий бьем, побыстрее будет я тьму. Ты где? Сейчас тут домик активный. Череп побежал за ним. Бежал схватиться. Ну, вот здесь рядом со мной файт, скорее всего, он туда близ. Умеем пробегаем. Так, я почти подошел на букву. Я уже снизу тремьяра, да? Я не могу наверх. Ты запаривай, там файт. Ты где сейчас? Я на 10 подошел. Я на... Ну. Г11. По дороге бегу, маленького полз. Ёб твою мать. Ну не могу, ну, пройти. Давай, там подходи стрельба. Тогда на Е11. На букву. И. Е? И? Сможешь? Да, 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 наверное, смогу. Да иди ты в жопу, блин. Ну, все, так, не пиздили, походу. Короче, давай каждый своим способом доберется. На этом блин, какой ты рак вообще, блин, ты не мог просто на Е10 прийти. Тебя проверял. Ой, цензор забыл включить. Так. Может, тебя спальник кинуть? Давай, давай. Хотя, блин, не время. Да, нет, лучше дойди до туда. Свойства аудио, в ОБС, убери галочку. Сейчас. Файл, настройки, аудио. Использование временных меток устройства. Сейчас я найду, уберу это дерьмо. Ох, сейчас как покопаем. Тут нету такого временных метод каких-то. О, что теперь звездочки не появляются на камнях, когда камни бить?
Отстой. Не, у меня что-то нигде нету этого, ребят. Синхронизация аудио. Смещение синхронизации 0. А, о, убрал галочку, окей. Свойства. Да, все, убрал галочку. Не знаю, поможет, нет? Скажите. Все, мелко убрал, поехали. Так, где я? Я сверху появился. Сверху, но я уже под горой почти этой. Угу. Ты дашь спальник мне, да? Камушки долго. Ну, пока еще не дам, дискрашен. Да я попробую лодку давай найти тогда. Может я это найду? Хотя мне там лодка зачем? Если даже выхода в море нет. О, я нашел. Я подумал, где можно добыть топливо поблизости. Так, а зачем оно тебе? На лодке попробовать проехать. Ну ладно. Ты со мной не спальник дашь, мне подождать не надо. Блин, здесь такое балдежное место, но деревьев нет. Пропала задержка. Угу, все хорошо. Ну, мужики, топлива не вижу даже поблизости. Хотя вот здесь... Возможно, мы найдем бочку с топливом. Вообще даже бочек нет, по-моему. Я, короче, потихоньку двигаюсь, сейчас по горе пройду. Возможно, тот сам дойду даже. На P10 могу. Ну, я сейчас M12 уже. Нет, нет. Блин. Ты умер, что ли? Нет, еще не умер, но за мной... Нет. Увязался, типа. Блин, ну радует, пока какие-то тоже голыши встречают, не с луками бегают. Нет, пока с дротов. Ну, не знаю, я первого, кого встретил, был с питоном. Он радовался, что я голенький бегаю вокруг его дома. Убил меня, поднялся меня травки немного. Ну пока FPS, ну вроде нормально.
Ну дома не особо большие так-то. Да. Где-то я прям супер огромных не встречал еще. Я вот даже сейчас возле Ланштейта нахожусь, тут тоже нет прям огромных домов. Такие деревья огромные добавили. Да? Угу. Больших еще не видел. Я слышал, что они есть. Какие-то там американские. Березку российскую добавили, и американские там дубы, то ли еще что-то. Ну, не секвой, не супер главное. Вот березку нашел. Прикольненько. Правда, тонкие такие. Тут у нас лес. Тебе травы много, да? Это хватит на второй лук? Не, не хватит, 15. А NPC жесткие, мы с лукой развалим их? Развалим, они этот... Ну, у них оружие есть, но при этом... когда их убьешь, оно не выпадает. Ну, вроде как развалим. Наверное. Ну в туннелях ты не развалишь их. В принципе, могу тебе спальник кинуть. Кидай. Ты там, на месте? Ну, да, тут пару штуков сделаем, выберем местечко. Сейчас кину. Так. Как теперь? Передал. Покажи, покажи, покажи! На сникерс. Капка. Спасибо. Спасибо. Так, ну я почти дошел. Два квадратика. А на Лаунч тоже NPC с оружием или как? Не знаю. Ну танк там стреляет. Слышу. Текстурки, конечно. Блин, кабана из камня нельзя. Могу, в принципе, пофармить здесь дерево и жира. И прийти с деревом жиром, поставим печку, проплавим, сделаем в металл. Убив всего один камень. 2x2 дом. Но... Давай, короче, так запомнили. Здесь на N10, прям на буквах. И кабан стакнутый. Здесь и медведь ходит. Сюда можно N10. Угу. Сюда можно будет вернуться, жир отсюда взять. А, ну я сейчас нахожусь на O13, O12, прям пересечение в центре. У подножья горы. Ну, так ты поднимайся сюда, по 10, куда хотели. Не? Блин. Или что, или давай. Давай лучше в по 10. Что-то давай, нужно. Давай. Сейчас тебя здесь много раз подбываю. У нас хотя бы соседними не будет на старте. Блин, спальник, ну ладно. Так, я под 10-10. Здесь один домик есть. Так, два домика есть. Один 2x2. Одноэтажный, второй. Ну, грубо говоря, 2x2. Двухэтажный. По ресурсам здесь вообще ни хера нет. Ну тут лес немного. По биому везде зима. Ну вот где я много леса, но камней вроде не очень много. Хотя... Голодец серый, Максим, покажи, покажи, покажи!
Возвращение великого архитектора. Не, там не возвращение, спасибо за донат. Мы попробуем разово поиграть, получится, продолжим. Опа, я нашел печку, может переплавить сразу на замок? Давай. Все, поставил. На B13 прям, в цифрках. B13, угу. Тут батя спит. С русским ником. До свидания, батя. Так. В принципе, вон там, мне не знаю, что. Тут есть лес хороший. Между милитари прям и лаунчем, но... Ой, два лучника перестреливаются. Слушай, у меня хорошее место, по-моему. Давай, я иду к тебе. Тут тебе биом, не зимний даже, да? Да, тут я ты просто... и ко мне вроде, с одной стороны, и с другой деревья. Я просто тут смотрю, тут вообще тут, типа, зима, деревья есть, но не так много. Ко мне не знаю, сколько они чекло. Так, а шкаф мы никогда не сможем снести. Конечно, нет. Стой. А что, там домик есть готовый? Ну, тут 2 на 1 стоит, можно было бы занять его. Ну, шкаф замком. Ключа нет. Так. Почему так редко, ну? Так получается. Проект дома не готов. Опа, у меня стрела прилетела, страшно. Спальник же поставил, не кидается или что? Тебе поставил, да. Спасибо. Блин, металл заберут. Да и пофиг. Или нет. Какой-то хлебушек просто стрелял не издалека. Сейчас чекну. А, вот 2 на 1, походу я знаю, о чем тут. Ну, типа, на пересечении по 12, по 13, да? Да. Прям на буквах по 13 находится он. Угу. Если что, я... Ага, я даже... Я его вижу, типа, с этого... со скалы. Тебя не вижу. Сколько вижу. Там 100 метров? Ну-ка, прыгни. Да. Я в доме стою прям. В этом доме 2 на 1? Да. Там черик или по дороге. О, вижу тебя, да? Ты вышел из него. Да. Вот где? На горе. Ага, вижу. Так, чё, мы фармим? Ну, здесь чел какой-то только что бегал. У тебя есть, если чё, на лук? Нет, мне надо вот ткани собирать. У меня 35 тканей. А стрелы у тебя есть? Да, стрелы есть. Ну, давай меня... первым делаем луки, а потом этот... Луки, спальники два, и потом уже будем фармить на какую-то хатку. Дерево срублю, чтобы не хватило. У меня есть 2000 дерева и ко мне 3000. А чё ты не сказал? Да. Вообще дорога. Ты ко мне доходишь? Да. Да тут. Чё оно так долго рубится? Пойдем траву искать вместе. В той стороне чё бегает, опасно туда идти. Okay. Да, справа я пришел, надо куда-то сюда что ли идти. А в этой стороне я тоже видел чё. У тебя нормально по радиации или будет бить сейчас? Я могу, в принципе, чё... А нет, если я скрафчу... Дай мне эту ткань, на половину моей одежды. А, ну в принципе, наверное, смогу забежать, что-нибудь собрать. И дай мне немного этот, как о, камней, чтобы я стрелы сейчас стрелы крафт. В доме там, если чё, металл плавится. Все, пойдем. Надо одну травинку собрать. Угу. Желательно прям несколько. Все. А это все смотрит. Все равно бьет. Ничего. Здесь что-то даже не вижу ничего. Подожди, а дай мне. А во, я нашел. Свою... Хватает?
Да. Алло, Крафч, а чего я не поставил? Сто? Блин, не помню уже сколько надо. На чё? Да, на замок сто. Все, чуть-чуть осталось. Можно бежать. А куда мы пойдем-то? Я думал, здесь мы будем лес бить, да? И можно вот здесь на горе пробить лес. Поставить деревянный 2 на 2. Ой, 2 на 1. На старте. Это мой человек там вижу. Золотись серый, Максим! Покажи, покажи, покажи! Уже на три шелухи задонатили. Го тридневный марафон раз. Три шелухи на три дня не хватит. Три шелухи это... Один день и одну утку. Чудес ставим. Давай я, короче, вот сюда зайдем сейчас наверх. Инструмент скрафтим. Может, вот как-нибудь поближе к милитари? Все-таки ултать получше будет. Ну, пойдем сверху посмотрим. Все равно побьем немного дерева. Нам надо на. Я уже план крафчу. У меня план есть, так я его делаю. Да. Дверь скрафчу сразу. Замок на кейлок. Ну, замок как... я сделаю. Ладно. Сделал кодовый один. И шкаф я, наверное, поставлю крафтиться. Okay. Все, вот это давай пробуем немного. Видишь, там просто вот с той стороны вон, там зима. Uh-huh. Если мы там поставим, мы замерзнем. А вот где дорога. Вот где дорога, там где этот какой-то хахель стоит, да? 2 на 1. Да-да-да. 2 на 2. Вот, ну да, в принципе, около нее можно. Ух ты. Ну там... Темп 5, что ли? Я не слышал ничего. А вот замес прям не слышишь? Нет. Жесть, он прям под горой будто. Да? Да. Мне вообще ничего не слышно. Подожди. Мне ничего не слышно. Не особо много надо. Чё, за сколько? Ну, нам хватит 1500. Нормально, у меня 2000 дерева и еще 2500 камней есть. Ну, пойдем, может? Пойдем. А там кто-то по дороге бегает. Да. А может сверху горы чекнем? Ты там был? Здесь, да, я ходил. Ну, отсюда просто неудобно бежать, по-моему. Ну, вообще, да. Что-то до этого, что до того. Мы можем вон там, смотри, в камнях построиться, видишь? Вот вон тех здоровых. А там радиация бьет, и чел бегает. Может, вот здесь, в лесу, только снизу? Вот в этом лесу? Прям ну. В глубине леса? Ну, где-нибудь, да, посмотрим там. Давай. Вот видишь, просто мелких домов очень много. А может, прям здесь? Давай еще ниже, чуть неудобно будет бегать. Или убегать от кого-нибудь. Во, может где-то здесь? Можно. Хотя не, неудобно, наверное. Не, да, расширять. Вот, смотри. Расширять не надо. Если здесь немного леса срубить, где-нибудь вот тут.
по-моему, неплохое место. Или вот здесь даже, смотри. Во. Не? Ну давай, давай. Смотри, неудобно будет, смотри, если вот здесь будет с этого холма нас хреначить. И прям сразу можно убежать за этот холм. А если на нем сделать? А, ну здесь справа дом мешает, да, наверное. Но он рано или поздно же разрушится. Там же нет ресурсов. Может, он сейчас уже гниет, да, да? Нет? Да, да, гниет. Ну все, давай здесь, прямо на этом холме. Давай. Вот здесь. Ой. На киянку. А как? Делаем сразу. Давай, давай, на один, давай на один. Ты киянку заруинил? Взял ее? Нет. Вот здесь он, вот он. Понял, а что не могу апгрейднуть? Дерево вроде, нет? Из-за того, что такое, это коцва, типа я. А что низ нагрейдишь? Не, вот не могу. Поставил старый пароль. А вот. Надо буферку сделать какую-то. Треугольную вот, не? Сейчас. Я эти два ящика маленькие делаю. А чё, это можно на сюда? Ой, чё по идее этот проблема. Я здесь есть, да, где-то рядом? Нет. Не рядом? Можно крутые сбегать, собрать мусорки. Ну погнали, погнали. Сейчас я еще. Только у тебя нету, да, еще ткани, потому что там радиация бьет. Нету. Так, я все-таки, наверное, тыкну спальник. А, нет, не тыкну там. Так, сразу ящик маленький сделал, а так сделал. Угу. Че, тебе хватит мне, нет? Мне хватило разбудиться. Да, да, хватит. Кто-то бежит на. Ёб твою мать! Страшно, да как, а? Дичи. Ща, делаем вид, что тут никого нет. Почему бы не сжечь домик 2 на 2? Или не стоять, не поснайпить домик 2 на 2? М? Да не, вряд ли это те, кто... Но они не пробили, ну, возможно, тут стоят. У нас красиво дверь открывается. Хотя он может в треугольнике да, сидеть. Да, он прям в треугольнике может сидеть. Что мы можем сделать? Подбираются эти, как его? Баррикады каменные подбираются, нет? Какенко. Че подбирается, чем мы можем поставить? Что он не пройдет? Большое. Есть я смотрю, что мы можем скрафтить, мы ничего не можем скрафтить. Погоди, мы что-то можем. Это мы не можем. У нас металлов нет, металла вообще нету, да? А-а. Печку мы не можем. Ну, топает здесь дрог. Сейчас подождем. Это мы тоже не можем скрафтить. Сделал вид, что ушел. Угу. Ну смотри, чем мы можем. Давай, хотя бы. Я потом могу поставить сюда ящик. Уже быстро. Чего, блядь? А, это ты сделал. А, ты авторизован. Я авторизован. Готов? Я у меня хп не так много, на самом деле. Готов закрыть за мной? А, ты убить его хочешь, что ли? Конечно. Да, да, да. Раз, давай, давай. Два, три. Оп. Чисто. Убил. Давай я чекну. Иди. Страшно. Чисто? Чисто. Все, побегаем. Все, давай быстро уходим отсюда. Куда-нибудь по-честному. У тебя сколько защита, Рад? 4.
Тут да? 10 надо вроде. 10 да. надо еще. Ну гоу, короче, просто уйдем сейчас в этот, нафармим клозы для одежды. Угу. По дороге вообще можно побегать, пособирать да, коробки. Да. Может там что-то какая-то одежда будет. Русский сервер, нет, нет, не русский. Класс. Чуть не подобрал камень. Да. Вот ты сейчас слышишь стреляют? Да, да, сейчас слышу. Прям на горе, по-моему. Ну вот этого мы можем наказать, а не питон. Это питон был? Да, питон был. Надо какую-то еду достать срочно. Ноль. Сейчас найдем по пути. Справа вон 30 клоза под грой. Не-не-не, это коричневый. Окей. Я возьму тогда. Ой, тут очень много, сейчас тебя оденем еще. А, блин, гнилой уже. Компьютер. Держи крафти что-нибудь себе. Чё? Где-то. Да. Скинул сзади. Угу. Так. О, в доме кто-то есть, Макс. Слышишь? Да, да. Ой. А где бутылку я же взял? Сучара, там бутылка. О, ёптать. Нет, о. Еще. Блин. У меня 5 хп и блидинг. Блин. Там была бутылка воды. Бежит за нами. И твое. Да, у меня хапли. Это черт не ну, я надеюсь, инвалиды не заберут у нас луки. А, спальня далеко, да? Ну, не, нет, далеко. Близко ведь. Окей. А, так мы вообще там почти рядом с домом. Чё, тебе передать? Или... А, ты свой тоже поставил же, да? Да, я здесь. Рядом, рядом с домом прям столько стреляет. Так, я боюсь выходить. Бежит. Это рядом с домом. Угу. Он, сука, бежит. Давай зарубим его в этом камнем. Подходит дома. Он в двери. Он меня сейчас зарубит. На когда? Дал бы, опа. Ой-ой-ой. На когда там, когда на спальнике. Ну, фоловый был. 98, 89, 81, 76. Ой, еще проблема будет стартануть, конечно. Может, куда-нибудь тогда еще правее уйдем? Где-то да справа зачем? Сверху, да, может, зачем? Это в зиму? Да зачем? Здесь нормально, просто... Вот, думаешь? Ну вот был бы фулл хп, а были бы луки, мы бы файтились с этими пышками спокойно. Файтились. Ну ладно, давай пробуем. Блин, 200 секунд еще когда. Угу, я тоже. Так, ну что, чайная пауза тогда. Сейчас придумаю.
Hello guys, how are you doing? Алло. Hello guys. Ты зашел? Ну вот, короче, вы зашли. И с того времени только два человека. А ты какой сейчас? 13. Жесть. Сколько уже прошло? Минут 40, наверное, как вы играете. Час даже, наверное. Так, я тут. Угу. Мне 50 секунд еще. Да, мне тоже 50. Может, клосс в обратной стороне есть? Вот там, где большой дом стоит, туда сходить. Кстати, в натуре в море столько сейчас плесня всяких валяется. Я видел вдалеке вообще какие-то плоды стоят. С бочками, коробками. Ну, посмотрим там, прогуляемся потом к морю. Как только, хоть как-то оденемся. Эх, вот бы еще питончик. Так, я резнулся. Я тоже. Да? Давай дерево немного возьмем. Вон там чел. А, там у нас дома есть вроде дерево. Я возьму. А, у нас тут защитное дерево. Ничего за тебя. Я 400 возьму, короче, и камня. Я стрелял сразу крафчу и возьму на просто. Крафчу лучше себе. Ну, я себе только. Окей. Мой вертолет, на, я сейчас можем побегать спокойно. Сколько шапка стоит? А, шапка что ж там, да? Что-то такое. 200. Так, ну все. Вперед. А это, кстати, какой вертолет, который патрулирует всю карту или который сбрасывает полезняху? А что за чего рядом с нами бегает? Не знаю, где. Он голый. Одетый? А, да пофиг. Блин, кабанчик. Не-не, пойдем искать класс. Пойдем. Чё-то ни одной вообще травинки. Зато грибов много. Блин, прикольно здесь место для дома чела. Вообще кайф. Это что? Это что такое? Это хрен... А, это водичку попить. Мы можем же водой отхилиться. Ой, что-то не стрелили. Тут же можно попить? Погнали, погнали. Да, прикольно. Только где? Ага, нашел. Нашел? Там пьется? Да. Сейчас глянем. Пить. Ух ты. Пьем. Да, качай. Качаю. Давай. Ну быстрее качай. Ну все, давай, я пошел. Качай. Ага, погоди, что-то не видно. Тимплей, давай.
Все, погнали. Вот так вот с каждым будет. Как в армии прям качаться. Давай, может, бочки тебя разрушим. С них вообще лук можешь запустить? Да там ничего не выпадет, там говно какое-то. Голос как трогал. Семи автоматик боди. Угу. Так там не надо. Сбили. Да, сбили в пустыне. О, я нашел 20 травы. Ну надо нам на фул комплект, сколько там? 65? Не, почему лук же вроде 50 стоит? Да, каска. А, да, да. Блин, ничего не и ничего больше. Блин, сейчас еще ночь будет. Ну, ночью бы по дороге побегать. Да, 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 мы сейчас. Ну, блин. Еще 40 наш. Найс, найс. Я нашел себе на комплект. Не помоги. У меня 20 так. Тут, кстати, магазин есть в натуре. Может, какой-то реви хотя бы купим там, не знаю, по дешевке. Да, 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 да. Обычно по 50 скрап, наверное, выйдем чем-нибудь. Челики, смотри, возле больших домов. Возле больших домов челик видел только что. Здорово, втор 2 челика. Где чучело на крыше. Я вот возле магазина, который рядом с этим домом. Ревик, 40 скрап макс. Так давай возьмем. А ты уже там далеко, рядом с магазином? Да-да-да, я прям. Арбалет, кстати. Арбалет сколько? 15 скрапа, балдеж. Найс. А пульки продаются? Да, пулька продается за 10 родин, но ее изучать надо. Ну видишь, там скраб надо на стол, скраб надо на станок и скраб, чтобы купить. Куда мы можем идти? Блин, дорог здесь нету, жалко. В доме свет горит. Я пытаюсь траву найти, чтобы быть готовым сейчас с утра пойти к фарме. Могу тебе 15 дать только. Я сейчас ночью вообще ни черта не увижу, придется зажечь факел. Ну, я тебя иду. Хотя... Да, тут много травы. Дай мне. Сейчас, подожди. 45 есть. Еще две штучки. У меня есть, 15 есть. Давай, где ты? Я вот на данный. Да. Пойдем в сторону дороги, может, наши, нет? Ага. И наверх, да, ты хочешь? Ну да, куда-то туда. Можно к милитари уйти. Погнали. А к, может, к этому какого? К сфере уйти. Там мы возьмем, мы добудем этот топливо, там по дороге оденемся. Топливо, вернемся, печку поставим. Начнем плавить и скраб как раз принесем, купим песик. Давай, давай, давай. Так. Светлая ночь, кстати. Опа, подожди, дом скинул. Или мне казалось. А, его взрывали, видимо. О, одежду нашел, Макс. Давай. Выключи, выключи факел-то. Не пали нас. Держи. Стоп. Смотри. Скинул. Каску дай мне. Ничего не скинул. Спасибо. Может, ничего нет здесь? Не, больше ничего. Но я фул оделся. Мне кайф. Так, я шапку волка делал, у тебя не каска. Там шлем был. Ты где? Тут, а тут или нет? А-а. У тебя осталась задача какая-нибудь трава сейчас домой дропнуть? Мало ли. Я хочу возле дома посадить 11 есть семян. Угу. Аэрдоп летит. Далековато. Ну, я думаю, нам там ничего не съест. Максим тих. Раз, два, три, четыре. Нормально.
Могу чуть тише игру сделать. Давайте так. А, это вот здесь делается. Раз, два, три, четыре. Ну, вот так. А, ну-ка скажи, что ты хочешь. Раз, раз, раз. Раз, раз. Раз, раз, раз. Нормально, одинаково. Раз, раз. Все, все. Справа челик, видишь, как зажег? Зажег факел. Нет, нет, нет. Вижу, 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 вижу. Давай на нем потренируемся. Это будет наш этот разминочный. Возле дома животное какое-то. Угу. Но он убегает куда-то. Так, стоять. У него вообще ничего нет, вроде, но я сейчас убью его, смотри. Опа. Нет, не убил. Ладно, в следующий раз. Все, не идем за ним? Да нет, у него вроде даже на спине ничего не висит. Давай возле дома что-то убьем, какое-то животное бегало. По шагам, слышу. Выключи факел. А я чекаю, где он, животное это. Нет, там я шаги просто слышал примерно с дома. А вот где-то перед домом. Слышишь? Нет. Тихо. Да-да, это волк, по-моему, где-то вот здесь. За тебя чел с факелом. Ничего не вижу. Я тоже. Убил. О, 20 коза. 7 сгуз. Где-то здесь он был, по-моему. Он же не пойдет на это. Слышу, слышу, слышу. Да. Выключи, выключи, выключи. О, глаз. Вот здесь, где-то здесь. Вот, МРТ бьет уже у меня. Видишь его? Нет, он под землей что ли ходит? Вот прям здесь слышу его. Как он может под землей ходить? Вот здесь тут где-то. А, вон он. Вон, 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 да, да, да. Я не дойду до туда, у меня радиация. О, я тоже не пойду. Я даже, наверное, суицидну сейчас дома. Он убежал, он убежал, он убежал, убежал, убежал. Вообще с волка еду хочется, не шляпа. Так, давай еще снимай за тут, кстати. Ты спальник не переносил? Да, он возле дома валяется. Защита. Откуда у тебя шляпа такая модная? Там было вообще. А где мои носки? Какие носки? Я ничего не брал. Так, я факел случайно выкинул. Есть. Так, подожди, я лук, где мой? Я его рука. А, вот он. Я же говорю, я ничего не брал. Точно? Да. Пойдем. Бинти хотя бы один можно сделать. Я крафчу бинти уже. Пойдем. Так, светлеет. Че, погнали по дороге. Можно как-то этот дом даже обойти стороной. Давай. Да можно сверху обойти, вот как мы шли. Может там даже наше тело валяется на самом деле с луками. Кому не нужно? Портянки какие-нибудь там заберем сейчас. ХП мало. Чалос ловим. Блин, топорик надо было хотя бы сделать. А, чтобы бить, да. Ну сейчас меч какой-нибудь выбьем. Там, кстати, помойки заспавнили, в смысле помойки. Да.
в теории мы можем так-то нормально накидать им. Если по хеду скинемся, заберем один рейк. Или что там, их питоны. Пешка вроде была. Блин, Тарп сразу нашел первый бот. Это ты? Да. Перед нами чё, по-моему? Нет, мне показалось, это травинка. Страшно. Блин, не на фул хп, не на фул хп ходить, это такое. О, полки нашел. Класс. Класс. Прыгни. Ой, подожди меня, Макс, далеко. Я хочу на картонах подойти, там, это, спиздить воду, с воды отхилиться. А слышно ведь будет, как пьешь. Я просто заберу бутылку и уйду. Рассвет. Показалось. На, дома сидят. Помойки уже этой нет. С водой. Давай просто обежим, вдруг они на рассвете давай, сейчас давай, прям давай, выйдут. Давай. Все, бежим. У меня 40 хп. Плевок. Ой, я выстрел видел, видел выстрел. Может он кого-то убьет? По-моему. Может он кого-то убьет и не полутает. Давай, давай. Ну, за... ну следим за этими черексами тоже. Давай, послева кропка. Полезняха. Не очень полезно. Вижу двух типов. Крадутся. Они кого-то этот снайпер. Скрытные крадутся на этой дрочке. Ты где-то на горе, да? Во, да, да, видишь, перед нами там они крались куда-то. Вот я двоих снизу, один одного сверху вижу. О, вон они между собой. Вот смотри, они его хотят обойти. Там два черекса, его пушат, по-моему. Да, смотри, сейчас кто-то кого-то убит, пойдем. Пишемся или нет? Или игнорим? О, не знаю, мне 40 хп. У меня тоже. Опа, мы же с собой пошли фазиться. Ща я иду еще. Воды нашел много. Фазиться. Ой, краки вообще, один другого убил. Ну это в тиме, короче, они вдвоем убили. Блин, вода не отхиливает почему-то. Потому что надо иметь мало хп, чтобы она отхиливала. Сейчас они уйдут, мы там хотя бы оденемся. Попытка спрятаться. Все, побежал. Может, какой-нибудь левик стоит. Ты уж туда хочешь? Не, я просто труп чекнул. Может, какой-то левик стоит, там штанишки там нормально. Давай. Огурчики нашел. Это которая банка с солеными? Угу. А я одну съел, вторую не буду рисковать. Может, так не стрел какой-то. Ну, патроны точно забрал, наверное. Медведя, Макс, вижу. У нас радкостюм есть. Радкостюм есть. Нет, это NPC был. Они убили NPC. Так вот почему. Они типа, наверное, тоже охотились за ним, дубли игрок, что ли? Максим, дерево есть? Я иду, нету. Мишку убить как-то надо. Где он? Вот прям слева от меня. А мы не убьем. Так мы из двух луков убьем его, давай. Давай. Где он? О. Готов? Раз, да. Два. Все, давай. Есть разобрать? У меня есть меч. Чем лучше? А, не имеет значения. Покушать бы еще день, присесть. Да, да, давай сейчас этот отойдем, костерчик разведем. И дерево. Давай. Нет, нету.
можно кабана так-то убить и вернуться. У нас много всего. Я ножик сделал, если что. Спасибо. Я кабана видел на горе, единственное. И у меня low grade fuel, о, тут нормально. Ничего мне кажется, хватит. Так. Нет, 20. Нет, тоже много. Никто не бегал. Я, может, быстро спамится. Надеюсь, цистерна тоже пустая. Что там, бензопила? А, это понял. Арбалет. Возьми вот эту. Там водичка и огурчик. Дресней всякого. Еще один меч. Не есть меч. Я бы на самом деле вернулся с ножом. У тебя сколько топлива? 23. Так давай, хватит нам на печку, вернемся, застрелим хотя бы. Вот дойдем, он готовый. Давай, давай. Коробки хотя бы соберем. И по дороге убьем еще кабана. Дорога обратная опасная, можно вообще через гору пройти. Да, и мы через гору пойдем. Как раз на кабана. Бери там последний этот. Сейчас, я сейчас. На кабана пошел. У тебя штаны есть? Да. О, помп нашел. Ну, пайп. Блин, еще одна коробка спавнилась, не могу стоять. Ты ножиком разделаешь, да? Стремяку нашел. Найс. Ножиком разделаешь? Да, да, разделаю. Водичку оставим, мало ли, возродимся, там быстренько отхилиться надо будет. Так, а сколько там следовательский стол? 75, да, вроде стол. Максимум стрел? Мне кажется, 64. Мне, кстати, стрел надо, мне 16. Арбалетик есть в дефолтных рецептах? Есть. Буду ходить с ним. Пойдем. Олень мертвый. А, не мертвый. Спасибо. Я тебя попал? Да. Там впереди еще олень. Что такое крюк? Там медведь еще, там медведь еще. Мне не прорисовывается ничего. Не попадай в воду. Красиво стреляешь. Смотри. Угу, видел? Чист. О, я тоже попал. Давай медведь еще. Ничего не гниет, почему? Мне стрела надо подскинуть. Ой. Ой. Да, он не добежит до нас. Думаешь? У меня 16 хп. Да мы лишь не сдохнем от медведя вдвоем. Все нормально. Красиво. Там смотри, волк бежит за этим. За... Блин, волка бы убить одного. Давай ты смотришь, Макс. Сосать. Иди разделывай их, или дай мне ножик. Слезь такой. На эту. Стрел мне надо, стрел. Стрел скинул, вот, 9. Катится. Так.
Еву еще лень. Смотри, здесь прикольное место, кстати. Угу. Так, может, здесь подстроимся? Мне тут больше нравится, тут спокойнее. И олень вниз. Ой, Макс, я мясо съел. Плохо. Макс, Макс, спаси! Беги! ЛСРНГ, да блин! Макс, только не умри. Че делать? Че делать? Я бегу, я бегу. Ёв, твою мать, у тебя ресурсов. Это да, спальня как кравчина. Ну считай, ты меня убил, если бы тогда не попал в меня. Ну давай здесь дом поставим, мне тут больше нравится. Это спокойно. Ну да, спокойно, это место. Сейчас тогда надо как-то... А ты возьми оттуда, погоди, возьми оттуда этот замок с двери. И риски, да. Окей. Там хватит нам рейсеров на этот, на домик? Навряд ли. Мы, по-моему, вообще все перелично. Ёпти, тут у тебя ресурсов, конечно. А с мустэша можно делать хотя бы? Поставить их просто как сундучки? Или... Дерево побить может. Сделать эти, сейчас. Я, в принципе, из дома еще могу принести. Давай. Так, а мне не хватит на это? Блин, не хватит. Давай быстрее. Тут и камешки есть. Так. Очень интересно. Сейчас бегу. Ты взял там постройки, Кенг? Да, все взял. Ну, 1500 дерева и 700 камня. Ну сейчас этот нарублю себе на топор. Начну тут добывать, придешь как раз и добуду. Я умер. В смысле? От кого? 4 челика пришли залутанные. Ну пофиг, сейчас поставлю. Ну никуда то в сторону ламчится отошли. Блин, у меня 180 секунд, Макс. Как-то не знаю, спрячу лут там. Как спрячь? Не знаю, смол сач с ныкой. Да. Ну они там жестко одеты были. И шансов было. Не дай бог тут придется на час. Нормально. Ты все зашел? Да, это 11. Ну сейчас все хотят поиграть, да, сложно. Мне 60 секунд. Я пытаюсь тут спрятать. Так. Мне надо камень.
Куда я камень делать теперь? А у нас металла тебе нет, но мы можем печку поставить. Угу. Надеюсь, они хотя бы замок не забрали. Все, я бегу. Куда бежишь ты? А что ты на спальнике не риснулся? Ну, в смысле, на спальнике риснулся. Нам... А, ты мне поставил? Да, я тебе поставил. Ну, там, наверное, еще когда я быстрее добегу. Не, я тебя поставил прям когда этот, когда ты заводился. Ну, сейчас чекну хотя бы, может, замок лежит. Собаки украли. Даже замок взяли? Да. А где ты находишься, буква? О, 8 прям на буквах. Так. Где ты был? Дома. Короче, по дороге тогда пробегу. Может, полезняхи соберу. О, зелок. Так. Короче, нам нужен камень, чтобы сделать топорик, чтобы добывать дерево. Это не камень, это не камень. Airdrop. Ух ты, смотри, Максим, этот скинули. Кого? Airdrop с вертолета на пауэрпланте. На карту можешь открыть, посмотреть снизу справа. Ого, прикольно. Блин, вот вижу, один ретард бегает. Собирает камни в редкостюме, который нас убил. Я сейчас бы развалить его. Тихо. Молчу. Я воду слышу рядом с этим, блин, с домом на воде. О, мочи тут вручный, кайф. Ну все, пошло дело. Так, я или нашел. Отхавался идти нашел. Кирку нашел максималитную. Давай, ищи камень, короче, нам надо камень взять и это. Давай, давай, я по дороге пойду сейчас соберу. Ты там главное выжил. Да я все спрятал, машины найдут. Окей. Рот костюм нашел. Ой, я камень нашел. Какая печка 200 камней стоит? Да, по-моему. Все, возвращаемся. Ты не резался еще на этом, на спальнике на моем? Не-не, я пешком бегу, я по дороге. Где мы медведя убивали первый раз. Здесь пробегаю. Я нормально так оделся. И тебе вот несу броню. Очень хорошее место здесь, потому что ничего нет.
Сколько на дом надо примерно дерева? Не знаю, 2,5, наверное. Шкаф еще надо. Где-то. Я все справлюсь. Тебе бегу. Так, 2000 не хватит мне, да? Навряд ли. 5 стен. А, еще же надо будет в этот, как он. Ну ты где умер? Ты где умер, помнишь? Я в чуть другом месте был. Ты где умер, помнишь? Ну я вот спальники вижу. Да, да. Там, короче, где ты умер, ниже кусты. Там где-то. Вижу ящики. Пустые? Не знаю. Подожди, это не ящики, что-то издалека видел. А, да, ящики. Нет, не пустые. Ну хорошо. Если бы не стрим, сука. Чё такое стрим, сука? Underground VK, стрим, сука. Оп. Стрелец. Лол. В каком-то паблике. Так, тара-там. Так. 3,5 все точно хватит вида. Че, строится будем там, где спальники? Ну да, я думаю. Недалеко дорога как раз. Угу. Все, мы привычно к Янкам, точка. Можно чуть ближе к дороге там. Ты бегаешь там по этим по горам, по лесам? Да, да, вон чатка с ней. Камень пошел рубить, да? Да-да-да. Нафига ты серный камень бьешь? Да-да-да, я. Нафига, говорю, ты его бьешь? А? Нафига ты его бьешь? Нафиг нам серый? Да ладно. Все. Че, вот здесь он ставлен? Что-то на этом пригорке, да? Да, вот, вот прям балдежное место. Здесь обычные камни, только руды. Ну да, я обычно далеко. Может, что-то вырубил. Зато серных очень много.
камень закрыть. Я там броню скинул деревянную, и перчатки, и бандану. Давай перенесем, давай перенесем. Ну, я, наверное, пока побегу. Anyway. Блин, а здесь нет нигде пещеры, случаем? Я бы в пещеры спустился вообще. Да, принесу. Я же не могу подобрать стелы ящиком, шкафа нету, да? Не знаю. Можешь? Я могу. А там можешь. А погоди, я могу. Надо все вытащить. Печка стоит уже? Короче. А, уже, блин, ресурс-то можно туда вообще. А, нет, еду нельзя. Так. На броню и перчатки скинул к тебе. И похавать тебе надо? Да, да. А, чё это за звук? Зилук подписки. Спасибо, спасибо. Ну, я там опять написал описание, не надо. Чего-то большего ждать. Это мы запустили, потому что звезды сошлись. Так. И вот еще на вот этот наденьекс. Ну, спасибо, спасибо. Так. Так, у тебя что, есть лук? Лампа, лампа. Нету? Кого? Лук. Не, нету. На. Металл там закинул. А, и дерево. Нет, дерева нет. Надо дерево еще пробовать, значит. Сейчас. А что так рил поставил? Или... Что это красота? Нормально, нормально. Блин, звук противный ящиков. А, кстати, на двуручный мачете, может, хочешь. Бочки он шутит. Пайп возьму с собой, наверное. Его же надо изучать. Ой, нет. Надо, надо его изучать. Да зачем? Ну вообще, мало ли, может у нас вообще ничего не будет. Один пайп. Выпусти, давай, может, на шарпка сбегаю. Давай. Подожди, а здесь есть клос? Есть. Я бы бинтиков наделал. Я бы тоже надел бинтиков. Так давай отхилимся от этого костра, может, нет? Давай, 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 давай. А у нас хватит на костер? А сколько там? Я взял 100. Что там? Фух, устанавливает. Чили. Секунд. Это ты снаружи спальня достал или новый поставил? Да снаружи. Или здесь достал, не помню уже.
Ты на шар полезешь? Я тогда под шаром смогу же бегать? 21 защита. Думаю, да. Конечно. Чуть не регенит их побольше. Угу, 91. 94. Аж поближе надо подойти. Ой. Кабан, разберем. Здесь чем разделать? Нет. Нет, тоже нету. Ну, он же не пропадет, да? Он будет. Да, нам вряд ли косм 7 стоит. Мы что-то плавить можем еще это. Блин, сколько здесь переработчика нет. Дорогу вообще никто не формит. Да и вообще здесь никого не видно. Хотя вот там какой-то есть здесь. Но он... Ну нам сейчас скрапа пофармить на этот, на часах хотя бы первый. А там дофига у нас дома скрапа уже больше 200. Так что мы и трессер, читабл, и верстак можем сделать. А надо кирку изучить. Кирку изучить и пойти там в сторону пауэрплэнта, мы там и на пауэрплэнте можем побегать, посмотреть, может черепсы какие-то есть, и камни как бы по дороге. Да что такое, что потом хп-то? О, Максим берданку нашел. Найс. И 43 МВК, и нашел еще 61 МВК и турельку. Как 61? Откуда 61? Ну, в общем, я собрал 61. Ну, что там много? 4 военных ящика спавнится наверху, да. Еще 100 скрапа, 4 микросхемы. Ну, тащись домой. Так, блин, тут какой-то фаст-тревел вниз, я помню, показывал. Блин, не помню, ладно, буду рисковать. В общем, в принципе, прямо сейчас изучить. Хотя не помню, братанка сколько, 250 надо вроде. Так, а что толку мы изучим? У нас металла нет, надо идти дерево побить маленько и камней, чтобы хотя бы домик маленько расширить. Ну, нам даже складывать-то некуда. Как-то серф от кекса, каменным топориком, да, какая разница, там небольшая разница. Чел какую-то дорогу лутает. Накажем? Ну, естественно, как ты сложишься.
Я только туда спускаюсь. Я, короче, тебя встречу, сложишься, а потом пойдем наказать. Там чел какой-то. Или одному мне наказать его. А ты ключик с собой носишь? У меня нет ключика. Я, он без ключика открывается. Для меня. А, лол. А он уже приближается, кстати. Хорош. Еще справа Максим один. А, это NPC бегает, да? В синем костюме. Да, синий костюм. Так давай его развалим. Я с бриданки, может, две головы ему выдам? Да, он сложится, надеюсь. Где NPC? А, под горой. Не вижу. Вот куда ты смотрел? Вижу. Или издалека попробуем дать. А что, не стригерится? Смотрит тебя, Макс, не страшно за тебя. Ёб твою мать. Лол, он по мне работает. По мне. Попал два раза. Макс, у меня 20 хп. Я убегаю, он сейчас заводит нас. Я хотя бы сложусь и приду. Куда ты сложишься? Ключ только у меня. Отстой. Подхожу. Ну тут 98 есть дерево, сейчас загрузим печку. Открой. Так, мне наверное кинуться надо. Все разбросано у нас. Ящиков-то хватит хоть? Может быть. Что-то какой-то слишком много хп у него. Макс, а ты не можешь спальник кинуть? Ты уже зашел, да? Я не зашел, но по идее ты не можешь через цифры кинуть. Сейчас скрашу два спальника тогда домой. А у тебя какой чат? Сколько человек? Я третий. Блин, что бы выкинуть? Там покушать есть, да? Есть. Я бы покушал. Вот здесь забирай. Быстрее только забирай. Так, таблетки нахер. Пьем. Некуда сложить, ну что ли? Пойдем, может? Сейчас, надо еще один слот, не могу. Ну выкинь человека, он дерьмо. Может, он же банданы, по-моему, да? Да, пойдем. Выходи. Проверит NPC, чел вдалеке бьет бочки. Все. Я в спальник приду.
туда. Пойдем. Так как его убить, не отлетев в него. Издалека надо как-то. Вижу, так он убегает в другую сторону. Нам надо его через город уговорить. Пойдем. Давай. А ты где? Ты уже на горе? Нет, нет, я левее. Я прямо под ножи бегу. Их двое, кстати. Угу. И силов у меня один бинтик. Тоже один бинтик. Так, ты где? Я. Я бы наверху, наверху. Далеко. Что это? Да, я думаю. Пойдем, 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 пойдем. Срезаем. Но они по той стороне дороги бегут, по-моему. Видишь их? Mm-mm. Нет. А, да, вижу. Так, у них пистолеты или берданки, по-моему. Или арбалеты. Они обратно возвращаются, Макс. Я вижу, 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 вижу. А куда целят? Я вижу, я за тебя прям стою. Да чё, обратно арбалеты. Возвращаемся? Ну, идем их убивать? Ну да, надо бы. У них хардкостюмы у них. Во, по кустам, короче. По кустам в их сторону. Давай попробуем, блин, он блокирку хорошую скинуть дома. Чего они, блин, то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. Они поднимаются на гору. Справа двое на пяти на горе стоят. Вижу их. Меня заметили. Сейчас пистолеты будут работать. Сближаются. Убегай, я стою в кусте, меня не видели. Убегай в сторону нашего дома. В сторону нашего дома. Нет, 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 нет. У них огненные стрелы. Ой-ой-ой. Беги, 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 беги. Я в кусте здесь останусь. Я уже тебя пробежал? Вот ты вот только по мне пробегаешь. Я сейчас хорошую позицию здесь займу. Да, 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 да. Они близко со мной. Подожди, не болись. Они примерно с нами, да, 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 да. Так, вот здесь я уже. Ой, я даун. Ой-ой-ой. 10 хп. Хэддаун. Бил одного. Хэддаун одного. Меня кнопкнули. Бил. Красиво. Фу! Хорошо. Хорошо. У них столько шприцов было, это пиздец. Так, а я стеку этого не вижу. Нашел. На 4 хп на прямой. С одним бинтиком. Я сначала мазал, как рачина. Какой они тренился, поняли, какой по-моему. Тренился, ничего не тренился. Первый раз зашел за 2 месяца. Я вообще... Не показался, что стрела была. У меня арбалет есть для тебя. Угу. А нам понять. Есть у тебя чем отхилиться-то? Нет, у меня 3 хп. На, возьми. Да я, наверное, не буду тратить, вряд ли. Угу. Ну, могут. Сейчас убьем их тогда, если пройдут еще раз. А ты фулл хп? 75. Может, но мне бы скинуться, мне бы скинуться. Окей, окей. Открой. А куда надо скидывать здесь? Есть дерево у них? Вообще ничего нету. Лол, турель. А чем мы турель не поставили? А, патрон нет.
Блин. Что делать? Надо идти за деревом. Ну, у них хороший топорик был. Точно, NPC без рофлов. Вон там, видишь, стоит возле этой же кучи мусора, синенький. Что делаем? А, показалось. А что, не влезет сюда? Или у тебя нет ресурсов тебя? Один шприц оставь на изучение. Арбалет держи, скинул. Блин. На, иди проби тогда дерево. Том. Так. Можешь меня скинуть, я пока защищу. Ну я с арбалетиком пойду. У тебя есть на арбалетик патрон? 16. Ой-ой, ладно. Кипка. На, еще патрон. Патрон, патронов. Сейчас подхилимся. Ящиков будем сразу мелких крафтить мне или что? Или большой один скрафтим? Может большой один скрафтим сейчас? Там есть этого? Я возьму сейчас. Давай, давай. Открываю, пошу. Ой. Молодец, блин. Спасибо. Древики хорошо. Можно ставить здесь, это надо, нет? Убирать. Не, что. Давай тогда компоненты туда, наверное, рисуем. Ну, перекинь я этот, на крафт поставлю печку сейчас. Еще две штучки. А, камня у нас нет. В тебе нет камня? Нет. Еще ноль. Да и поблизости вроде никто не видел. Оставлю хорошо, чтобы здесь. Можно подождать на этот, наплавить на замок. Да, надо. Или пойти в камень попробовать найти, может.
Тебе кирка нужна? Кирка? Хорошая. Да, да. Пойдем. Сейчас, секунду, я раскидаю быстро. Сейчас курочку пожарю, остановлюсь. Ночь, наверное. Темнеет. Главное, дырки залатали в этих стенах, а в потолке дырки все еще есть. Там на закат, закат. Но пойдем хотя бы один камень найдем, чтобы мы еще две печки поставили. Пойдем, пойдем. Я открываю. Выходи. Не, пойдем в сторону NPC. Туда через дорогу. Прям как бежим, прямо там вроде были. NPC с фонариком. Ага. Может с арбалета его? Ну у меня арбалет с огненной стрелкой заряжен. Давай, сейчас дойду. Если курточка ходит. Блин, я даже прицел собственный не вижу. А вот. Блин. Невозможно. Да, он за кучей мусора. Он стоит. Давай поближе подойдем. Еще? Ага. Давай. Раз, два. Кучка мусора. Попал. Какой попал? Ты в бочку попал. А как ты видишь? Ой. Все, понял. А, он с факелом так и будет стоять? Не знаю. Мне кажется, нет. Ну, пока он не выкупает, что происходит. Хорош. А. Почему я попал? Все вроде, да? Вроде да, не светит. Ну пойдем чекнем. А еще не светит? Нет, нету. А где он был? Вот. Вот он. Нашел? Шприц у меня был. Найс. Не, Fire Hour, такой дерьмо вообще. Я стрельнул, но упал прям в метре. Балдежно, не столько дамажит. Ни черта не видно. Ну, может, наткнемся на камень так по дорожке. О, смотри, там что-то светит. Так, блин, как сказать-то? Прям ровно на карте, по карте, если смотреть. О, найс, это светлая ночь. Я тебя видишь? Вижу. Я сейчас нахожусь на... P6Q6, прям центр. Я слышу тебя, где ты топаешь. Вижу, ну, вижу. Да там нифига дом какой огромный, ты че? Там дом. Раз, два, три, четыре этажа. Да? Угу. Четырехэтажный или круглый в три круга? Сейчас попробуем увидеть тогда камушек хотя бы. Вот передо мной камушек. А, да, все, увидел на этот дом, кстати. Можем изучить стремянку, да залезть, мне кажется, они вообще не ожидают. Нужно, нужно, нужно. Я нашел камень на камень. Окей. Okay. Минус 16. Так, 1000 камней, все, хватит этого. Это мы будем красить. Ничего не видно, потому что раньше можно было подкрутить гамму и
ночь была как день. И теперь сделали супер темную ночь, чтобы это не обузили. What the fuck, я вообще к туннелям вышел. Я думаю уже. Но кирку нам все равно взять надо будет. Домик который думается. Да, там дома лежит, я тебе скинул, у меня кирка есть еще. У нас вроде их три. Сашка, будешь подходить, я заменю замок. Я дома. Никого там нету? Нет, нет. Алло. Да? Че, так металл будем плавить пока? Наверное, да. У тебя, Макс, шприцы с собой есть? Да, два. У меня тоже. О, оруф. Ой, оруф. Ну что, надо еще камешки добывать немного. Давай. Готов? Там что, день? Утро? Там светает, по-моему. Да? Нет, коробочку. Нет, 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 нет. Может, это еще один сделаем? Кого? Коробку еще одну. Ящик-то? Да, да. Давай, дерева мало. Тогда я все возьму топор. Блин, расшириться срочно надо, конечно. Да, да, да. Ну давай, короче, кирку, топор, сейчас пойдем и камни зайти. Давай, я только кирку, топор один у нас вроде. Ладно, я топор только взял. Замок на шкаф можно, ну, смыслом, если мы вдвоем туда залезаем. Надо будет ключ сделать, чтобы ты кушать залез. Пойдем? Пойдем. Че, в другую сторону? Можно вон на этот, на портал попробовать. А пойдем туда? Вотертрек, который? Да, вотертрек. Давай. Ой, подожди, минус 24. Я, наверное, переоденусь все-таки. Угу. Найс, вышел.
Что тебе паника? Пантевич, да, там вот. Вот сколько? Он всего на 15 человек, по-моему, от нас стоял. Сколько мы успели за 15 человек сделать? Вечер, суббота. Да. Ну что ты где там? Так, вроде я модно оделся. Че? Блин, сейчас кошка на камне просит. По сезону. Так, я тут. Я на самом деле тоже кушать хочу. Но чтобы поесть, надо приготовить. Я бы погамал еще сейчас. А, блин, Пандевич сидит же. Ну тогда надо будет перерыв сделать. Минут на 30. Через часик. По поводу делового вопроса добавь. Зачем? Вот я... Вот меня интересует, делаю предложение. Еще если не могу улиться. Не видишь ко мне вообще? Вообще ничего нет. Я хотя на той стороне вроде есть, но какие-то они тоже... Вон, были. По-моему, короче, сверху есть, но это на обратном пути. Чё? Ну давай здесь взглянемся сверху на РТ, может что-то есть. А, кстати, здесь же перерывочек есть. И коробки стоят, видимо, здесь вообще никто не швыряется. Застаканные коробки. А наверх можно подняться? Там что-то есть? На аптечку, Макс. Не знаю, по-моему, нет. Хотя, хз. Ох, ёптать, я думал, ты сверху, блин, передо мной. По-моему, есть где-то место, где паркурить надо, по бочке. Да-да, вижу, там 4 ящика стоит. Залезь, что ли? Давай, я с другой стороны под ящик заберу. Челиксов вообще нет. Ну это самое непопулярное, это самое говно. Он бобовка. Так, а я здесь заберусь? А каменная стена также 204, да? Да. Страшно. Найс. О, еще ревик. Люк. Балдеж. Это ты с обычного или военного? С военного. Найс, найс. И стремянка есть у нас. Да, то есть мы можем... Ну, надо изучить это все будет дело. Ты залез на паркур туда? Да, да. Че, пойдем? Куда? Пойдем. А ты где? Ну я возле первого рабочего. Сейчас подожди, я тоже где-то скачу.
еще бинты. А, пойти с первочек, что ли, там? Нет, верстак. Мы можем вот здесь, а, вот, я вижу, где камни металлические, можно их на самом деле побить. Там металл, потом тоже нет. Пойдем, я вижу тебя, сейчас пройду к тебе. Сейфовый сейчас камни побьем с деревом, вернемся, загрузим печи. Бьёшь. Я дерево бью. Кто-то бочку бьет? А, да, дерево я не сразу. Просто тут дом какой-то. Нет, что ли? Или это он по-дурацки так сделал? ПВЕ-шер какие-то. Нет, не гниет. У него армор крыша или что? Армированная. Да? Че, да? Да. Или, да. А, это металлическая. Может, такая металлическая сейчас, да. Ну, это глупо было бы делать армор. Нет, точно не армор. Вон камень, кажется, смотри, вот камень прямо передо мной. Первый раз в жизни простоял очередь в Расте 4 с лишним часа. Ну а что-то ты последний вообще прям долго шли через. Мы с маленьким мы посмотрим? Да, 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 да. Надо пароль написать. Сейчас. Написал в Дискорде. У вас тут уже жестко. Да, у нас все круто там. Но аккуратно, там одна дверь. Смотри, чтобы никого не было. Походу каменный биом. Второй камушек нашел, нам хотя бы 1010. Вот еще камень рядом со мной прям. Сейчас буду бить. У тебя кирка хорошая, да? Не-не-не-не-не, я дерево бью. Да, не понял. Так, сколько у тебя камня? 3. Мало. Нам надо как минимум дом, короче, придануть. И... вообще можем его железо... Не, железо... Все равно какая разница, камень железо. Все равно родители будут. Двери там оставим. Сегодня план минимум... построить дом, чтобы он до завтра дожил.
Охуеть, у меня раз что-то все такое плавное. Прям жесть. Много оптимизации было. Так, ну куш где я пробую тут на мой. Я тут далеко ушел, вообще не вижу. Ой, это что-то тоже далеко завернул. Не, на i6 снизу справа. Завтра будет стрим. Я думаю, мы сейчас посидим где-то с часик. Поиграем. Потом стрим, наверное, выключу. И кушать, я думаю, после кушать. Спать, наверное. И завтра с утра начнем. Продолжим, точнее. Это приключение. Чтоб сейчас себя не изматывать. До утра не сидеть. Так, ты как, жизнь нормально все? Так, наш дом там. Ты в сторону дома уже и ушел, потому что я камень нашел. Нет. Сейчас скажу где. Середина квадрата L8 прям. Ой, ты слышал стрельбу? Нет, нет, нет. Ты где что ли? Нет, ты еще не стрелял. Середина квадрата L8, в общем. Прям в центре. Ты стрелял? Прямо около дома? Ну, это, короче, где NPC мы убивали, так уж. Ой, это далеко. На этой стрелять на сфере. Или за ней. Я подбегаю к вам сейчас. С питона стреляет. Спешка. А у нас там диск или выгрузится? Ты ставил второй ящик? Нет, я думал, ты поставил. Блять, не выгрузится надо. У нас же вроде дерева не было дома. Там три чела. На дороге. Я далеко от дома, я не помню. У нас под домом кто-то. Я. Такой нормальный за месяц, да. Но они с NPC воюют. Ладно, но у меня и камней много. Ну тащись домой. Давайте, давай с домом приданем.
Открой пандемию дверь. Потом закроешь зачем. Открой. Так. Бегают на дороге. Со стороны гор могу, да, зайти домой? Да. Да, нет, вторым, где мы убили двух череп. Прям там все пробегают. Можно, в принципе, попробовать, если есть куда скинуться быстро. А, да, точно, сейчас. Короче. Я уже... Так, не понял. А, это я сейчас буду дому в озеро пробегать. Я короче. Как раз подойду. Погоди, у тебя камней много, так давай сейчас сделаем этот какой градонем, сейчас еще что-нибудь поставим здесь, чтобы удобно было. У меня 10 тысяч. Чем мы можем поставить? Нам бы добавить еще 2 на 1, типа пристройку. Или даже... Хотя я не знаю даже, что можно построить, что-то было, ничего не приходит. Сейчас импровизируем как-нибудь. Мы можем на самом деле и этот как его немного разломать, то есть этим топором вот эти деревянные стенки. Сейчас покажу какие. Mm-hmm. Вот эти деревянные. Да. Я тоже, кстати, об этом думал. Смотри, короче, смотри, вот это разломаем, я думаю, туда поставить. Сюда 4 ящика, сюда 4 ящика. И доступ к ним как с той стороны, так и с этой сделать. И типа. И там сделать с той стороны вход. Mm-hmm. Хотя. Сложно, а зачем с двух сторон доступ? Ну типа, зашел на входе там с дальней стороны. Типа как мусорка или что? Да, зашел, разгрузился в мусорку. Но и с этой стороны тоже доступ имеешь, чтобы не перекладывать. Отойди. У тебя еще одна идея есть, как поставить. О, давай вот эту самую эту стенку. Типа уже дома. Тихо. Градонем может? Трое. Не мимо, не мимо. Пробегает. Питона у них. Да развалим, если будут ломиться. Смысл ломиться, сожгут просто и все. Весь дом спарят нахер. Не хотим градить? Тогда не сможем сломать. Да, вот это бы сломать одну стеночку. Да. Сделать бы просторней дом. Но защита от этого от рейда тут очень плохая в плане. Нельзя чинить в течение 30 секунд после дамага. Так что. Надо с плана постройки выйти нагляднее, посмотреть, как сделать. Я придумал, как сделать. Нет, давай. Этот план постройки, да? А чем здесь? Тоже захочу. Так, давайте, кому-то надо выйти, Пантемич. Давай. Этом земля тебе пухом. Земля тебе пухом, да. Там двери не закрыть, если они, короче, сейчас снайпят. Жив? Никого? Заберись там на камни, которые слева от дома, когда пойдешь. Смотри, короче, я хочу. Вот эту мы одну сломаем, там сделаем этот. Короче, вот эту ломаем, там делаем дверь. Вход делаем. Стой, погоди. Я придумал. Чтобы много дверей было. Вход сделаем вот здесь. Так. Так. Итак. И здесь люк?
А, не, ну здесь можно, в принципе, люк, да. А здесь стенка, здесь стенка. Не-не, здесь стенку поставим. И вот эту выломаем хер. Чтоб там был этот, чтоб был вход понял. Туда. И типа они будут заходить сюда, видите, здесь две стенки, сюда дверь. Вот сюда, 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 по всем дверям идти. Ну, ну короче, труднее. Я камень тогда беру. Давай, давай. Начинайте ломать тогда, я сейчас скину топор. Так, нет, один ломает, а Бандевич, наверное, смотри по сторонам. А где камень есть? В дальнем. Угу. А что оставляем под этот какого? Под люк? Да, какой под люк? А под люк может здесь внутри? Где? Выломаем. Где-нибудь вот тут? Хотя неудобно, да, наверное? Мы здесь уберем же, наверное, больше или нет? Ну, что-то сделаем, ну тут просто здесь под люк оставлять, тогда если сверху давай к нам тогда зайдут, там прямо если сверху, вход. Если сверху зайдут к нам, то это... Да-да-да, давай там, где вход прям. Она, не, если мы люк поставим, он будет блочить проход здесь? Если вот так мы будем заходить? Что? Мне кажется, он будет блочить проход, хорошо будет. Ну, в смысле, вот его можно открыть, и нельзя будет вот зайти в дом, так? Нет, можно, ну если он вот так будет открываться. Почему? Так мы зайдем легко. Он же прям вот... Он прям вот сейчас как сломается, да, наверное, да. Ну короче, вот где я прыгаю, вот здесь будет лестница, по идее. Так нет, или это на обратной стороной просто сделай. И вот здесь а, будет ты лестница. Хочешь, чтобы блочилось? Да, да, да. Ну мало ли да, там дверь открылась. Ну все, окей, давай здесь люк. А где под люк, фрейм? А, вот нашел. Опа, зайдет кого-то. А вот я. Так, я люк несу и под визимок делаю. Все же закрыли, да? О, кайф, еще. Так, вот эту дверь вот переставлю тогда деревянную, наверное. Так, это внутрь пускается. Так, а эту, наверное, тоже я, блин, поменяю. Давай сюда прям поставь, с края. Давай. Все, кайфовый дом. Ящики крафчу, наверное. Только я поставлю. А, что-то дерева не так много. Ты загрузил печи? Ну, это новый. И я... Я скрафчу ящики, у меня есть 1000. Я 2 ставлю тогда на крафт. Окей, я 2 так поставлю. Все загрыжено у нас, все хорошо. Я еще одну дверь потом скрочу. А может это, погоди, еще поставим верстак? Вот сюда. А, кстати, мы давай, давай. Ресер читали, ничего не придумали. Давай вот сюда тогда этот как. А, хотя мы верстак можем туда поставить, нахер нам здесь. Вот сюда прям поставим клюку, вот сюда, к этой стене, да? Он мешать не будет, ничего. Ну да.
Хотя там бы получше здесь верстак, конечно. На втором этаже тогда ресерч тейбл поставим. Во, сюда верстак хорошо. Так вот здесь и берем, может. Вот да, да, да. А у нас двойной двери нет, да? Mm-mm. Ну сюда бы двойную, конечно. Mm-hmm. Гараж на какой-нибудь. Скрафтились ящики? Нет, еще один. Дома уже рейдили, да какие дома мы там зашли? Вдруг по стене пойдут, да? На буферке фармить надо, а времени нету. Довольно поздно уже, и кушать охота. Скинки? Поставь с этой стороны сначала. Я потому что сейчас поставлю верстак. Алюминка двойная без рецепта. О, да, реально без рецепта это крафтится, слушай. Что? Дверь без рецепта крафтится. А. Сейчас поставим сюда дверь. Все еще двое, нет, мы уже втроем. Найс, красота. А я не могу поставить двойной проем, потому что мешает это. Ну и значит без дверей здесь будет. Если нет, сюда проем. Мне... Мешает что-то. Может так. Почему? А, двойной вот этот... дверной проем. Ну, не ставится. Вообще. У меня зеленый. Вот. Дверь кратишь? Нет, еще. Крафчу. О, подожди, я сейчас здесь маленьких нарисую. На, маленький еще. Сюда бы тогда большой поставить. Чтобы... Ага, вот он как раз идеально вмещается, по-моему. Металл градить. Ну, сколько сейчас у нас металла? 90, 100. Я еще полтора принес. Ну, в принципе, мы можем сейчас поставить плавить. Подожди, а если мы... А, блин. Второй верстак бы сразу поставить. А как ты второй поставишь? С первого? Ну, первый уже стоит. Да. У нас вот ребрендинг произошел. Как это было? А что там нужно на второй? А, так, может, 500 скрапа, блин. 500 скраб, 500 фрагментов. Так у нас что, них нету? Сейчас я сбегу, не короче, не, голову вместе побегаем, потом вернемся, поставим где-то. Куда побегаем? Ну, побегаем, постараемся втроем. У нас есть третий ревик? Есть. Есть, но патрон патрики, нет. Патрики, так можно изучить их. Надо ресурсить. Серу не плавили. Давай так поставим. Нормально. Я одну печку на сверху загружу сейчас. Короче, я на втором этаже так и сделаю буферку. Возле люка.
Давай, давай. Сколько нам дерева надо? Много? Пару миллионов. Ну так, 1004, наверное, хватит. Ну, все печки полузагружены. Не понял, а. Тут есть хороший топор, где его рубить. Да, я уже нарубил 4,5. Все, я рейди. Ты взял рейд, не? Сейчас я приду, скинусь. А у нас ткань дома есть? Бинтик. Да, есть, есть. 120. Там аптечки еще две лежат. Ты за дом бегаешь? Патриков, правда, немного. По две, по три обоим примерно будет. Ого, у меня мужик вообще нормально причесан. Покажи. Ты нового видел? Просто лысый с бородой идеальный. Да, у тебя вообще говно какое-то, блин. Лысый с бородой. Ты посмотри, посмотри мою кучу. Что? Подстрижен аккуратно. У тебя девочек? Девочек? Не-не-не, чуваки, давайте этого не будем. О боже. Ведро. Да и ведро. На голову. Это может. Может не надо. Че, пойдем? Давай. Да. Рассвет. Ой, рассвет. Давайте это ну, давай скинемся ему. Вот здесь вот, скинемся патрон. Сколько можешь дать? По 8. Что-то безошибочно стрелял. Вот, я 12 скинул. Го? Богач, пойдем. Выходите в предбанник. Че, по дорожке пройдем на коробке? Да, соберем. Давай, 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 соберем, пофатимся как раз, чтобы адреналинчик выпустить. Блин, что-то вот за горой справа, там куча каких-то маленьких домиков, не знаю. А мы там построились изначально. Челик на дороге, на дороге челик, на дороге челик. Да, впереди, впереди, впереди прыгает. Скачет. Бочки рубят. Вижу, вижу. Можно... Вижу. А есть арбалеты, арбалеты? Не знаю, там что-нибудь. Ой, я сачку нашел. Он не видел еще нас, он бочку лутал. Убегает. Но он убегает, убегал, короче, его руку брал. Меч. Да, 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 я бегу. Ты что, ты можешь сачель домой отнесешь? Да ладно. Не вижу. Слева нету. Он, походу, просто по дороге бежал. Он возле дома. С кем-то стреляется. Животным, наверное, каким-то. Вижу, вижу. Но я же не верю, что это его дом. Бля, СРНГ не его дом. Бля, это его дом. Всё, давай назад. Там горит, да, что-то внутри дома? Флайер. Чё, по дороге? Может, этих встретим? Давай, давай, давай.
свежий, кстати. Это что такое? Сзади. Это не сзади, на дороге, да-да-да, это на дороге, на дороге. Сверху на горе было, по-моему. Угу, угу. Аккуратно, чел, тут может быть. Да, ну не знаю, я бы левее взял. А, ну там милитари как раз. Видимо, отсюда NPC добегают. Странным образом. Чел может сзади выйти, там с какими-нибудь берданки нам в спину накидать. Хотя у него сверху открыто было бы стремянка у нас. Изначально с толков каких-то стреляем, чтобы не привлекать внимание. Сзади чел бежит возле дороги, видите? Пофиг, пофиг. Окей. Сейчас отвлечемся и нам спину здесь выйдут. Не вижу. Стоит возле горы. Ну, стрелялся где-то здесь прям. А это NPC не мог с берданки стрелять? Или они у всех? Не-не-не, мне кажется, у них этот, одно и то же оружие. У них только огнестрел внутри РПА. Блин. Блин, NPC справа прям. Я понял. Жесть. Минус. Просто минус 40 хп. Вот она нормальная. Он вас еще развалит, не? На 30 хп я аптечка хилюсь. А я вижу труп на РТ. Ты умер или что? Так давайте, не надо его агрить, зачем? Согласен. Ну, Максим, убегай, Максим, убегай, вдоль горы бежит три чела. Вижу. Так как развалим, левики, ёпты. Нет? Окей, их четверо. Я хилюсь еще. Патрон тоже хил, ноль. А, да, патрон мало, воу, помню. Назад. Че-то по патрону забыл. Воу, я эксплозив нашел. Эксплозив? Да, с этого выпал. С NPC? Жесть. Да. Его походу агрили с РТ самого. Он меня чуть не убил. Я убегаю короче как-то. Надо засейвить. Да, мы с тобой бежим. Окей. А по той стороне дороги бегут двое. Трое. Они в гору убегают. Но они могут друг на друга сейчас агриться. На самом деле. Блин, хорошо такой лес, такой густой. Нас не видно, да. По горе прыгали там. Так, у меня три обоймы. У меня заряжена еще одна. Сзади нам? Да. Нормально, бежим. Единственное, что эти могут сагриться. Будет неприятно. Нет, эти не агрятся, эти просто в дому убегают. На самом деле, если они дальше на нас агрятся, будут бежать. Можно их бронить. Да. Но они супер далеко, они просто стоят на месте и стреляют. Но они какие дурочки. У меня ни разу не попали вообще, сколько стреляют. Сейчас батим их. Можно вот на эту гору сбатить, очень хорошая. Блин, мне бы сащил эксплозив закинуть домой и вообще развалил. Ну да, давай. Для... Ну, я буду в зоне видимости держать себя, чтоб мало ли на меня пойдет. Сбатить. Они с NPC воюют. Может им NPC сейчас накидает? Ку, посмотрим. Но я думаю, нет, они развалили, его развалили. Так, а чё? Вот он нас видит, по-моему, не?
Надо сделать вид, что мы бочки-то бьем. Ай, убегает. Короче, ты курзаки, ты наверное, попробуем еще раз выйти в спину. Там один питон, один ревик и, возможно, еще один ревик. На шар двое забираются, залутанные. Го. У тебя сколько раз защита, Пандевич? 19. Нормально. Зашли только что в шар, можем подождать их снизу. Да. Или вообще, блин, если успеете расстрелять когда-нибудь после по этим трубкам, может вообще кто-нибудь споткнется, упадет. Че, мы ждать их будем или запушим? Мне кажется, лучше подождать, на картах подойти. В сферу что-то после такое. Они сверху нас просто пинут. Хз, что у нас? Так, патронов мало, что так. На середине шара где-то. А нас слышно будет? Если мы подойдем пешком. Нет. По идее нет. Хотя я на середине шара. Ну давай на контроль. Они с каким-то пистолетом и в шляпе Волкова, по-моему. Где тут можно этот... Короче, где спуститься можно? Давайте всех это перекроем. Это ну да, спуститься как? На дефолте можно и справа вот по этим сторонам. Все. Давай тогда... Я на сторону пошел. Окей, я на дефолт. Смотрит стрим залезу. Ты бегаешь? Да, нет. Да, я. Ты внутрь зашел, что ли? Нет. А, во, там двое, да, на СССРных получается. Угу. Окей, я скажу, если на дефолте будет. У нас регион бы кто-нибудь пал. Вы бы да. Спрятались под этой под лестницей? Там вообще никто бы не ожидал вас. Вот прям вход, типа. Я на соседнюю, на которую нельзя типа спрыгнуть. Окей. Блин, кушайте ход. Ну ладно, сколько у кого патрон? Го. Даран, они же спустятся. Две обоймы. Тоже две обоймы. Ну а придется. Не факт, что наверху есть лут. Они ждать, наверное, будут. По-любому будет. Рано поздно точно спустится. Минут 40, наверное, лутали, я все собрал. Для тех, кто только пришел, мы ждем челиков с цистерны. Ой, не видно будет. Блин, как спрятаться-то? Нет, видно будет. Хотя не нормально. Наверное. Нормально. Так. Что-то их вообще не видно. Ну, блин. Они наверху просто это. Там, походу, ящиков не было. Ну, сейчас появится. Мы терпеливы. Мы стрим 2 года ждали. Да. Никто не спит. Ну, вообще, с тем, что там шафл срывак. Ящики быстро лезли.
Но у меня прям руки чешутся очень сильно залезть. Ну мы можем на картах прям как эти, как... Там не получится на картах. А, там же прыгать надо, в местах прыгать надо. Ну я знаю одно место, где по трубе типа можно вроде прям до верха забраться. Да, где-то, короче, где шейки постоянно забирался. Там. Угу. Там, мне кажется, не вообще что-то можно. Тан-тар-тан. Если что, у вас луки и арбалеты есть, да? Да. Блин, они даже не прыгают, не смотрят по сторонам, я прям смотрю с краю. Такие пусть. О, он что-то пальцами у меня шевелит. Вас тоже? Нет. Обрубки такие, а не руки. Опа, оп. У вас не шевелит? Че, реально не шевелит? Нет. Ну-ка, оп. Вену даже видно. Да. Яр будет. Ногти не стрижены. Грязные. Работяга. Можешь мне слезть? Че, все пойдем тогда? И всосем там. Увидим их. Увидим их, начнем перестреливаться и без патрона будем орать. Там все, у меня все закончилось, я только с арбалет. Только надо максимально тихо подойти. Ну гоу. Гоу, вот по-пластунски поехали. Ну-ка, я сейчас в щели посмотрю, может где-то крысит там. Да не, они на самом деле просто... Они могут, да, АФК сесть, типа, и слушать. Думаете? Они же меня заметили. Вольтами. Вы идете, да? А чё вы так? С какого момента надо тихо? Они где-то сверху прям. С какого момента тихо надо? Ну вот с лестницы, вот сейчас вот с этой. Идите первыми, если чё, вас шлёпнут. Босс. Снимаешь? Тихо, бегают же, вы что, слышите, нет? Алло. Да. Спускаются. Походу, по цистернам спустятся. Я вообще ничего не слышу. Где их встречать-то? Как здесь упасть-то? Чуть не выстрелил. Где? Мы пробежать где? Можем сквозь. Где-то здесь бегают прямо надо мной. Вы куда вы уехали, ребят? Я вниз уже спустился под бочкой. Я сейчас с той стороны выйду. Стараюсь, по крайней мере. Окей. На цистерны буду ждать их. Да, на цистерну ничего увидел, но я спустился. Он уже на ней или спускается? Он на той площадочке. А еще кто найдет еще? Я понял. Га-га. Ты умер? Да, лежу. Все, пусть, может пойдут тебя лутать, сейчас тебя убили одного. Я в середке лежу. Пойдем проследить этого яшара, да? Да. Хорошо. Скажешь, если будет подходить? Угу. Не, они походу стоят, крысы ждут. Пусть ждут. Они же никого больше не видели. Да, на площадке со стороны верхней. Ну пусть бегают. Рано или поздно пойдут лутать. Не увидят никого. Мы же не стреляли. Только одного видели. Но они щиты пошли. Может, не подумали, что... Да, что-то один. Выдержал, пошел, типа, на площадке все чуть-чуть. Такие пуси вообще. Блин, у меня патроны. Блин, темнеет. Возьми дома одежду, резайся. Беги к нам. Ты видишь труп, ты кушаешь? Не-не-не-не-не, я на улице. Чекаю, чтобы они не вышли через... Так я тоже на улице. Ой. Ну ты мэн чекаешь, да, где забираться? Да. Но я вот с другой стороны спине. Но мне тут ее, если я... Ну такое, как бы, чекаю. Не, походу, все-таки внутрь зашли, за трупом. А погоди, вы умерли прям в цистерне внутри, не снаружи. Да, я в цистерне. А, все понял. Все, я притворился кустом. Да, у меня. В цистерне? Бежать тебе? Да. Окей.
скажешь, как начнут падать уже вниз. Блин, я надеюсь, я услышу их. Okay, потому что я за трубой спрятался. Я сейчас по дефолту опять забираюсь. Это человек на машине лука ставит, по мне стреляет. Один с моей стороны будет спускаться. С дефолта? Он на дефолте, да. Светит. У него фонарь. Да. Блин, и что это оба чел тут, убежал? Походу. Оба тут. Да, да, я вижу, да. вижу. Оба тут. Ну блин, я с ревика отсюда не попаду по ним. А, бач. Почему только один вход? Против фонарика ночью. Один на площадке хочет походу пасть вниз, что ли? Ну они... Да, на площадке мейна, в смысле? Нет, с стороны. А тут один на мейне светит. Один спрыгнул, все, все, один на стороне уже. Давай его встретим, тут на этот чекает мейн. Я этого держу здесь, он светит здесь по фонарику. Все, тихо, я попробую его сейчас на крысичах. Я не вижу на сцерне. Вижу. Светит на фонарик, да? Ага. Он сверху стоит. Он ползет. Ты его не убил? 20 хп. У него? Да. Светит. Он на картах, возле начала этого лестницы, ну сверху. С патронами. Окей, okay. Тут сверху, ищет тебя. Прямо на самой вершине со стороны. Тихо. Вернулся. Блять. Сука. А спустился с моей стороны. Чел. Понял. Убил меня. Кнопнул, Макс. Окей. Okay. Я смотрю в этот. Я буду. Тут, если побежит, короче, по улице, я его увижу. Чекайте, чтобы он сверху не пришел. Да, да, только сверху может прийти. Бежит у меня. Бежит у меня, тихо. Может туда ползти. Он не прошел еще. Лол? Понял, он рядом со мной прям. Ты умер? Нет. Он по тебе стрелял. Он рядом со мной. Я только что фонарь видел, блядь. Я ничего не вижу, я не знаю, что он здесь. Вообще. Ёб твою мать, вообще ничего не видно. Я ему накидал маленько. Ты умер? Нет, я жив. Ты залутал того? Я не могу найти оружие. Тихо, он у меня. Точно? Да. Бегай. Блин, без фонаря. Бегает? Не знаю. Блять, оружие. Близ. Куда-то свалилось. А ты не знаешь, он поднимается даже или нет, да? Вообще, да, ничего не знаю. Понял. Я смотрю лестницу на твою сторону. Я не знаю, может он сверху уже будет, короче. Но я начало лестницы смотрю. Но они на карте. На картах все время ходили. Че за аутист искал, блин? Рассвет. Пизда. Фак, это плохо. Наоборот. Ну блин, нет, это еще не рассвет, это белая ночь. Не смотрю. Он вообще мог уже убежать так, Макс. Да. Мне кажется, он это сделал. А ты можешь побегать под цистернами и затриггерить его? Я? Типа, у тебя все равно нет, а у меня НПЗ здесь. Я могу побегать сейчас. Давай, поднимайся лучше. Типа, если он сидит здесь, то хотя бы... Блядь, это мой тим, господи. Я уже здесь иду. Под цистерну. Дверцик летит. Я могу даже на цистерну залезть на самом деле. Прикол, если не бегай, бегай, просто бегай. Найс. Нашел, если что, семертик. Ты бегаешь, да? Да. Странно, я бегу. Мне кажется, он убежал в страхе. Да, убежал, короче. Страшно было.
Чека, чего вы того чела полутали? Да-да. А сколько у него хп, блин? Я ему накидал там чуть-чуть. 49 у него осталось. Ну почти кокнул. Чуть-чуть. Ну что такое? Да тебе. Блять. Че, домой идем? Иди сюда, моя, посмотри. Может там ящики раснулись. Бочки ты мог? Я. 7 автобайк. А у нас там сверху двери нету, да? Нет. Так, на этом, наверное, на сегодня все. Я сейчас кушать пойду и спать. Не хочу режим портить. Завтра. Ну, если компания соберется, я думаю, она соберется, то днем продолжим. Ничего строить не будем, ничего тут не произойдет. Максимум двери, наверное, поставим здесь и все. И с такого же прогресса стартанем. Вот. Всем спасибо, кто пришел. Всем спокойной ночи. Идите спать, не ломайте режим. Нафиг это. По ночам сидеть и стрим смотреть. Найдите занятия по профитнее, по полезнее. Вот. Смотреть стримы — это плохо. Бесполезно. Никакой интересной информации, кроме как положение дел, вы не получаете. Вот что-нибудь почитать, что-нибудь полезное глянуть. Это другое. Или фильмец. 3 билборда на границе Эббинга, штат Миссури. Очень хорош. Все, всем до завтра. Надеюсь, что до завтра. Если что, в группе отпишу. Пока.